Привет, ребята! Сегодня у нас с вами второй день нашего суперлегендарного щелчка. Это интенсив по подготовке к ЕГЭ по химии за 3 недели. И сегодня день был очень плодотворный. Мы с вами получили целых 4 первичных балла. Ну, то есть научились решать задания на целых 4 первичных балла на ЕГЭ. Что же это за линии? То есть какие линии мы с вами прошли? Мы прошли линию номер 4. Это линия по типам химических связей и кристаллических решеток. Мы прошли линию номер 5. Это классификация веществ неорганической химии. И научились решать задания линии номер 17 и 18. То есть на типы химических реакций и, соответственно, на скорость химических реакций. Но сегодня я хочу вам дать один такой совет. То есть что касается типов химических реакций. Потому что задания там действительно очень сложные. Мы отвели, да, практику с вами по линии 17-18, ну и по линии 4-5, естественно, тоже. Но вот по линии 17 хочу дать вам такой совет. То есть, если эти задания вам сейчас даются с трудом, то рекомендую сначала повторить химические свойства в органике, да, и в неорганике. И, возможно, отложить работу с этой линией чуть на попозже. То есть, когда вы вспомните все химические свойства, вам просто будет проще работать с этим заданием, потому что, как мы с вами сегодня увидели, там нужно уметь писать очень много реакций. И если вы что-то подзабыли, то, конечно, это просто может стать сложностью, даже при условии того, что вы знаете всю теорию для задания номер 17. Ну, вот такой вот, значит, продуктивный день. На сегодня он подходит к концу. Всем желаю хорошенько отдохнуть, а завтра мы с вами продолжим. Вот. Все, всем пока!